Девятиклассники Верхней и Нижней Салды вместе с родителями в минувшую пятницу пришли познакомиться с будущим местом учебы. Руководство техникума пыталось заинтересовать присутствующих возможностью трудоустройства на стабильно развивающиеся предприятия нашего города. Другой темой презентации стали направления, по которым планируется обучать будущих первокурсников. Набираем. Электромонтер по ремонту обслуживания электрооборудования. На базе 9 классов срок обучения 2 года 5 месяцев. Количество человек 25 там обозначено. Аппаратчик, оператор производственных металлов, плавильщик, тоже такой же срок 25 человек. Это вот подготовка высококвалифицированных рабочих. Диплом СПО, но вот такая специализация. И подготовка специалистов среднего звена, обработка металлов давлением и технология машиностроения. Также производим набор на вечернее отделение. Вечернее отделение – это три специальности, три профессии – сварочное производство, обработка металлов давлением и технология машиностроения. Корпорация ВСМПО «Ависма» уже более 70 лет является главным партнером Верхнесалдинского многопрофильного техникума. Именно на ВСМПО студенты техникума проходят оплачиваемую практику. Сюда же трудоустраиваются большинство выпускников после защиты диплома. Ежегодно корпорация осуществляет многомиллионное целевое финансирование на модернизацию и материально-техническое обеспечение учебных лабораторий, аудиторий, мастерских. На ВСМПО для студентов выпускных курсов техникума организуется производственная практика с трудоустройством. Студенты становятся полноценными работниками корпорации, хотя и числятся учениками по профессии. Представитель Верхнесалдинского центра занятости населения познакомила собравшихся с показателями рынка труда Свердловской области и страны в целом. И повсюду на первом месте спрос на рабочие профессии. Высококвалифицированные рабочие нужны и совместному российско-американскому предприятию UBM. Коллектив у нас не такой большой, у нас буквально вот 114 человек все предприятие, но 80% у нас это рабочие специальности, значит, в основном это у нас операторы станков с программным управлением, и из этого количества человек, выпускников многопрофильного техникума у нас тоже процентов 80. Есть возможность именно начиная свою карьеру, получая начальное профессиональное образование, стать более грамотным специалистом в дальнейшем, если кто-то будет продолжать свою карьеру. После окончания торжественной части ребята, определившиеся с будущей профессией, поделились своим выбором со съемочной группой телевидения ВСМПО. Я ориентируюсь на станочника. Я обучался в межшкольных классах. Первый год я ходил на станки обучаться. И второй год решил просто закрепить знания, пошел еще раз на второй раз на станки тоже обрабатывать детали. Приемная комиссия Верхнесалдинского многопрофильного техникума уже приступила к работе. Любой желающий может получить консультацию и даже предварительно записаться на выбранную специальность.